Несколько слов об изменениях, которые будут временно введены в Твери в праздничные дни. 7 марта перекроют ряд улиц в центре города. Согласно постановлению администрации Твери, в четверг будут прекращены движения и парковка всех видов транспорта на Театральной площади. Ограничения начнут действовать с полуночи. С 6 утра на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского в районе домов номер 1, 2 и 3 на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Крылова, объезд транспортным средством рекомендуется производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.